Привет. Так, что посмотрим? Портер, электричку. Так, в Корее выдаются такие номера. 21 года она. Только приобрели голубые номера. Такая яндалечка. Однотонка. В принципе, все то же самое. Единственное, здесь за место баков стоит батарея. Это зарядка, быстрая зарядка. Короче, что еще у нас? А также кабан также стоит. Коробка. Здесь вторая батарея. Или она цельная идет? Нет, это две батареи. Две батареи. Аккумулятор сзади. Комплектация не самая хорошая. Простенькая. Ну вот так люди ездят сейчас на них очень. Вот еще в целлофане все. Такой салон с кнопкой. Здесь кнопка Auto Hold, Drive Mode, электронный ручник. Машина на автомате. Как бы кнопка старт-стоп, нажимаем, и все, она завелась. Вот так вот. В принципе, на руле управления медиа, здесь бортовым компьютером. Так машина ничего. Очень, очень мне тут приятно ездить. Очень приятно ездить. Тишина в салоне. Так, ну, переключаемся на задний ход. Такой звук. Заряда осталось на 40, на 39 километров. Машину не зарядили. Вот машина, поехали. Динамика хорошая у машины. Замер, за сколько он разгоняется, конечно, не знаю. Но потом проверим. Потом проверим, еще будем работать на ней. Комплектации есть побогаче. Здесь с монитором, здесь монитор стоит. Так, и что там? А, есть еще удержание в полосе, помощники всякие различные. Ну, так, в принципе, все. Машина точно такая же, только электрическая, на электродвигателях. Вот. Лепестки, кстати, есть подрулевые. Ну, так все. Так машина прощается. Дверь открыта. Дверь открыта. В общем, все. Если вам понравилась машина, пишите комментарии. Вот едем. Как приятно. Тишина в салоне. Вибрации нету.
заряда хватает на 450 километров. Полный заряд вроде как 450. Батарея сколько киловатт, не знаю. Данных нету, не почитал. Потом скажу, напишу в комментариях, сколько киловатт двигатель. Посмотрю и скажу вам. То есть от дизельной ничем не отличается, только тишина в салоне. Приятно ездить. Ни вибрации, а двигатель, ничего.